Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала. Мы продолжаем снимать моды на Спинтарис. Вот очередной мод, это Урал Полярник. Так, сразу, ну, это обычный Урал, только что колеса изменены. Можно поставить обычные, можно поставить вот такие. Вы считаете, это у вас модификация на колеса. Но в описаниях было написано, что за счет этих колес машина станет намного проходимее. Так, включаем полный привод и дифференциал. А то так машина слабая. Так. Удержали за счет больших колес. Так. Не люблю такие машины, то что колеса сами не возвращаются. Их надо сами вот крутить. Это очень плохо. Так. Ого. Это у нас настоящий Бигфут. Так, ну ладно, будем возвращаться. Эту карту я не знаю. А, ведь дорога есть. Хотя зачем возвращаться? Мы где-нибудь закончим в каком-нибудь лесочке. Сейчас найдем где-нибудь местечко. Вот на такой вот дороге я тестировал в предыдущем... Точнее, в следующем выпуске будет Мерседес, но снял я его раньше, чем этот Урал. И, ну, посмотрите видео, ну. И вот на такой вот я тестировал, но видео этого не было. Потому что что-то я тупанул. Ну, как прыгает хорошо. Тот Мерседес вообще очень хороший был. В планах того, что, ну, я читал, что для него надо скачивать определенную карту. Сейчас на Спинтайрес только одна карта еще, ну, вот стандартная, и есть еще одна выпущенная карта. Ее можно найти только на официальном сайте. И подходит она только для лицензии, вот для такой, как у меня. Карту я ту сегодня скачаю. Думаю, покажу. В следующей серии. И на той карте, наверное, мы погоняем на том Мерседесе. На том Мерседесе я разогнался до 230. Мерседес тот очень-очень быстрый. У него 1400 лошадок. Конечно, удержать его на скорости уже свыше 100 было вообще уже почти невозможно. Но там трасса такая, как вам сказать, там трасса получилась. Там трасса есть, конечно, ну, дороги, но есть место, я не знаю, это аэродром, там ровная поверхность. Огромное место, ну, асфальта. И он там вон, я тестировал, она очень длинная там. И вон там вон мы смогли разогнаться. На дороге я выше 100 не мог разогнаться. За счет того, что ее очень сильно заносило. Так, мы доехали до пилорамы. Так. У нас, конечно, нету прицепа. Так, а, сюда груз привозить же надо. Даже не лесопилка, точно. Что-то я немного перепутал. Так, давайте проверим, как она проедет. По такому небольшому лесочку. Интересно, проедет? Так, нет, не проедет. Давайте проедемся по воде. Посмотрим, как он едет по воде. За счет таких огромных колес он должен плавать, даже я вам скажу. Ну, проходимость очень хорошая. Ну, хотя что-то, это обычный же Урал, стандартный в игре. Эта модификация только добавляет, что... Ну, это немного не такой Урал, это другой, ну. Выглядит так же, но это переделано немного. У этого есть мятины. Он сам по себе переделанный. Это тот же самый Урал, но только нарисован он по-другому уже.
Так ладно, на этом будем заканчивать видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.